Я думал, он сейчас будет две руки бросать. Ладно. Понятно. 101-й пошел, окей. А, ёбаный в рот, блядь, прошу прощения за мат. Я хотел с прыжка, нахуя я прыгал тут, блядь, ну нахера, а? Ой, блядь, надо было просто его снести и все, блядь. Нахер я прыжок сделал-то, блядь. Просто надо было отпустить, он бы тоже сдох, блядь, прыжок там. Бык этот задолбал меня. Здравствуй, чопер, добрый. Блять, 1 000 000 взрывов и просто получаем по жопе. Вот так это работает. Оружие просто мимо меня улетело. Ну нормально, ну первый уровень как бы нормально, да. Дает о себе знать. Ух ты, блядь. Ёб твою мать! Ёб твою, блядь, я перепутал! Ну ёбаный насос, бля, иди ты нахуй просто. Прошу прощения за мат. Какого? Я думал, что он вот сейчас уже соберется сразу в кучу, ты понимаешь? Блядь, ну ладно, давай тренька посмотрим, докуда дальше дойду. А я не написал 105? Давай напишу. А что за херня, блин? Блин, все, давайте, ладно, сегодня у меня это, блин. Я уже, блин, что-то живой, блин. Он же обычно заводится перед тем, как сразу сделать свой этот выпад. Первый уровень, бля, не перестает удивлять. А в первом уровне враги бессмертные, блядь. Всю и во всей игре больше таких нет. Только здесь, блин, такие, блин. Блять, надо было пустить. Ладно, все, в пень, бля, пойду спать. Ладно, давай последнюю. Ладно, давай последнюю, все, бля. Бля, мне так это подбешивает, блин. Блядь, я уже не могу, у меня еще башка взорвется. Не, первый уровень он просто выбешивает максимально. Это, блядь, вообще бессмертный, нахуй. Можно час в него стрелять, он не сдохнет, блядь, потому что это же... Это ж, блядь, чел на первом уровне, ёпта, ты чё, блядь? Мне нужно, да, блядь, пуль больше, чем в боссов садить. Ай! Ай, ладно, всё, блин. Всё, короче, на сегодня хватит. Уже видно, что мозги, блин, две хрень. Вот я затрендился и отлетел. Ну ладно, хорошо, первое есть. Я, честно говоря, думал, что я... Что он меня не убьет. Ну, что будет одна... Что будет один выстрел, одна пулька. Но он стрельнул там все-таки еще. О, что меня только что убило? А, суббота... Ну да, если мы контур сегодня забираем... Кстати, я забыл что-то реально. Мы же можем контур-то сегодня забрать, что за дела?
Что я сделал, блин? Ну, блин, ну ём, ну, блин, ну, камон. Ну, зачем я туда влез-то? Ну, ёпросы-то, ладно. Ай. Ошибки вообще какие-то детские причем. Ой-ой-ой, ладно, хорошо. Продаж только на двоих максимум можно? Ну, блин, насколько я знаю, да. Насколько я знаю, в Родраж, да, только на двоих можно. Ну что ты будешь делать, а? Что ж так было-то все? О, да ты че, блин, камон. Ёпарас это, я и перепрыгнул и свалился к нему. Ну как я мог свалиться-то, а? Ну, блин, так обидно, блин. На, идите ты в пень, блин, этот первый уровень вообще бессмертный, блин. Челы, блин, по 600 тысяч пуль выдерживают в секунду. Надо базука, чтобы они отлетели. Что просто так невозможно их убить. Ух ты, вот это была обманка. Блин, блядь, надо было подкаст сделать. Ну чё я такой дурной, а? Бля, ну чё я хотел вот так? Надо было просто в сторону встать. Блин, ну чардж он иногда отвлекает, конечно. Ну, то есть ты вот сидишь, блин, головой думаешь про чардж и не реагируешь вот, ну, сразу сходу все это дело. Блин, ладно, окей. Ух ты, блин. Твою! Да, блядь, как ты еще этот стрельнул? Ладно, идем, тренька, блин. Ну это пиздец, блин. 123? Блин, я, по-моему, сделал, блин, 122 добавил, не? Ну хорошо, значит, не добавил. Мне не так клево, нет, Doom Troopers. Слишком крутая игра. Блядь. Так, ну вот, собственно говоря, и рекорд. Ладно, бык, иди сюда. Ты задрал ты меня. Сука, а? Ладно, поехали. Сучара гребаная, блядь. Пиздец, ну такой пиздец, надо было, блядь, просто пешком пройти. Бля, я сейчас пересмотрю, подожди секунду. Ну, первый уровень, он как бы, да, он хороший. Да, блядь, блядь, все переключить, блядь. Да. Так, мужики, поехали. По отработанной схеме. Что-то я очкую уже, если честно. Страшно, да. Так, ладно, поехали. Но я на очке, если что, сижу. Прям максимально. Чего, блядь? Чего, блядь? Я не спрашиваю, игра. Ну что здесь нервы? Я, блядь, за воздух зацепился, блядь. Здесь я его 600 раз на этой тренировке завалил. И здесь просто какой-то... Я спрыгнул, Джок. Я-то спрыгнул, но...
Блять, я каким-то образом зацепился за какой-то воздух, которого в принципе нету, блядь. Чё за бред сейчас был? Ну вот я не знаю, по какой причине я упал на жопу, а не на пол. Вот сейчас будем смотреть, разбираться. Ну вот я тоже подумал, что я, может быть, буду чуть-чуть левее все-таки. Ладно, пофиг. Поехали. Я знаю, о чем это за херня была сказать. А сколько у меня смертей должно было быть? 129, наверное. 129? Ну давай, сейчас поправлю. На каком геймпаде играешь? На хитбоксе. Вон, видишь, у меня такие красные кнопочки загораются надо мной, там, над камерой. Нахрена себе, это что за новые фишечки? Такого никогда не было, блин. Иди ты нахрен, блядь, мудила! Блядь, что это было, блядь? Что за... Да ты задрал уже, блядь, ну что это за хуйня? Почему он вылез, блядь, с другого конца экрана, блядь, вылетел? Что за пиздец? Блядь, 130 смертей, ни разу такой херни не было. Что за нахуй там произошел? Я прошу прощения за мат, но это какой-то уже непонятный, что это было. 20 минут сидеть, блядь, чтобы этот кусок говна вылез и сделал какую-то срань непонятную. Что это было, блядь? Блядь, ну вот... Тут еще какое-то санье началось, блядь. Сис. Не, это... Вы видели, он вылетел в другой конец экрана, блядь, прилетел. Сор, привет. И, блядь, со скоростью, блядь, просто реактивного самолета... В меня влетел, блядь, с другого конца экрана. Это чё за, блядь, прикол такой? Бля, 5 минут потерял. Ты, блин, со стороны скоробей. Вот меня завалил, и все посыпалось, блин. Сделал, блядь. Что я сделал, блядь? Сука. Блин, ну у меня же все было, блядь. Нахера я туда, блядь, полез? Ай, ладно, погнали. Всё. А здесь с блоком в трилогии? Думаю, нет. Блядь, ну... Блядь. Так, поехали. Вот этот рекорд надо побить. Блять, что я сделал? Ёбаный насос, блядь. Ой, блядь, да вы задрали со своими, блядь, МК там, блядь, ёпту, угомонитесь уже. Бля, ну это пиздец, я должен был... Ой, бля. Ну вот, первый уровень работаем, хорошо. Мне просто интересно другое. А кто вам мешает играть в то, что вы хотите играть? Я вот не... Бля, да ты задрал первый уровень. Играйте в аркаду, в оригинальную версию, без трэпов, без топ-4 бана, там, вот просто в оригинал играйте, ничего никто не мешает. Рейтинг даже можно играть на оригинальном этом, как его... Ну, на Ultimate Cup играйте на оригинальной версии, без каких-то там патчей и тому подобное. Чё вы хотите, чё вы ноете-то, ё-моё, я-то чем вам обязан-то, извините за выражение. С какого волка самое профитное оружие? Д, Николай, Д. Блядь, да ладно, я в чате.
Ну, видишь, Ибанач, первый уровень, как бы, он нормально, он работает. Душит нон-стоп. Блин, я знал, ну ладно. Ай! Ладно, все, давай, ласно, сегодня у меня уже, блин, я уже все. Блин, ну я в чате смотрю, ну ёпта, ты задолбал, что там? Ай, ну, блин, ну камон, ладно, давай еще, ну, что это за херня была? Блин, ну задрал этот рандом, блин, поддушить, эти свои пукалки вылезли, блин, все, это супер ласт. Да ты задрал, блин, ёма. И когда он открывает, там просто какие-то нолики, крестики, эфки, там какие-то позиции, что-то нашел там. Ну, лес дикий. Так. Никому не желаю с этим сталкиваться. Цените каждый день и не забывайте, что все терпимы. Бля, ну я... Мутабай, спасибо за поддержку. Согласен. В жизни дерьма очень много, но никому не желаю с этим сталкиваться. Цените каждый день и не забывайте, что все терпимо. Согласен. Главное не опускать руки. Главное не опускать руки. Блин, я отлетел, ну камон. Давай, ладно, последний еще заход. Ну, потому что, ну, я же не могу уйти последний заход. Ну, на каких-то первых уровнях. Не-не-не, ну, я вижу, что я должен побить рекорд. Я должен забирать. Ну, ты знаешь, мне кажется, еще реквизер, знаешь, еще момент есть, да? Что в то время и разнообразие было меньше, то есть в том плане, что... Да ёпта, первый уровень, камон! Что людям было сложнее черпать этот, как его... какие-то идеи, да, сегодня у людей, допустим, они могут посмотреть то, все. То есть источников вдохновения сегодня больше, потому что разнообразие игр шире, да? А тогда это надо что-то придумать, что-то туда-сюда, блин. Блядь, ну ты задрал меня, бык, блядь, ну ёб твою, блядь, ну пиздец, ладно, я прошу прощения за мат, ладно, давай, блядь. Сколько времени уже? Полтретьего, бля, без оси. Ладно, все, супер вас. Делаем концовку, делаем. Не делаем, значит не делаем, бля. Бык этот задолбал меня, перебычил, блин. Не-не-не, гравитация не работает, скорость иди. Это ускорение свободного падения. Это ускорение свободного падения именно на Земле. Это тоже важный факт. Потому что если мы будем на другой планете, там будет совсем другая скорость. Потому что притяжение будет сильнее, либо меньше, если мы будем на другой планете находиться. То есть на Луне нужно меньше скорость, чтобы, как бы, ну, вот эта ускорение свободного падения будет другая. Да, бля, ты что ты делаешь? Первый уровень, ну, камон. Давай, сейчас на 150-х красиво уходим, и все будет нормально.